Возможностью напрямую обратиться к представителям власти в этот раз воспользовались жители микрорайона Подрезково. Свои вопросы они смогли задать в рамках выездной администрации. У меня был вопрос по поводу благоустройства. Приняли во внимание. Надеюсь, будет результат. А как вообще оцениваете формат выездных вот, администраций? Ну, как? Это мне понравилось. Местным жителям действительно это удобно. Кто по месту живет, считают нормально. Формат выездных администраций позволяет из первых уст узнать, что волнует жителей. И главное, оперативно найти решение всех вопросов. Такой диалог населения и власти дает положительные результаты. Формат уже оценили многие жители городского округа Химки. На выездную администрацию приходят и целыми инициативными группами. Обращение по земельному вопросу. Обращение там вот по спорту, развитию социальной программы. То есть помимо вот этого общего вопроса насчет нашего дома, мы можем обратиться еще по своим. Житель микрорайона Подрезково Дмитрий выступил с предложением возродить летний лагерь для детей из Хима, который существовал больше 7 лет назад. В таком палаточном городке, будучи еще ребенком, рассказывает мужчина, он часто проводил каникулы. Все организационные моменты Дмитрий готов взять на себя. Я вам больше скажу, я просто мечтаю об этом. Сейчас ограничиваемся, конечно, только походами в силу определенных, скажем так, обстоятельств. Но хочется вот как-то, если не в Крым, не на Валдай, то хотя бы вот озеро Сенеж есть. Есть еще, скажем так, некоторые объекты. Ответ не заставил себя ждать. По словам заместителя главы Игоря Панчука, такие инициативы от жителей всегда приветствуются. Главное, что было желание, те люди, которые были бы инициаторами этого всего мероприятия, ну и время, чтобы это организовать, потому что подготовка, это все очень серьезно, дети и питание, и перевозка, и размещение. Многие к выездной администрации готовятся заранее, чтобы рассказать о всех вопросах, которые накопились. И главное, такие встречи в каждом микрорайоне ждут с нетерпением. Сами видите, сколько у нас людей, какие вопросы задают. Ну и, конечно же, нравится им тот формат, что они могут практически сразу получить ответы на свои вопросы. Либо понять, что когда планируется, когда что будет сделано. Сегодня от жителей больше всего поступает вопросов, которые связаны с ремонтом многоэтажек и дорог, обновлением дворовых территорий и детских площадок. В принципе, любой вопрос, который он есть, он все равно фиксируется, помимо того, что он фиксируется лично заместителями, сотрудниками подведомственных организаций, он еще фиксируется в специальном бланке. Этот бланк потом идет прямым распоряжением на исполнение. И мы дополнительно на него отрабатываем ответ жителю и решение помимо ответа. Это уже 18-я выездная администрация в Химках, которую провели с начала этого года. Ранее такие встречи уже состоялись в Старых и Новых Химках, Левобережном, Сходне, Ферсановке, Луневском и Кутузовском. Свои вопросы задали более 1000 жителей городского округа. Для удобства микрорайона городского округа проходят встречи в формате выездной администрации. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.